Находясь под сильным воздействием эстетического совершенства старых мастеров, Ренуар пришел к убеждению, что не владеет техникой рисунка, и, неудовлетворенный достигнутыми результатами, уничтожил множество своих картин. Теперь он посвятил себя изображению фигур с четко обозначенными контурами, прописанных мягкими тонами без светотени. Он сожалел, что в прошлом уделял так много внимания световым эффектам и тем самым отвергал саму суть импрессионизма, видевшего цель живописи в том, чтобы уловить мгновение. Весь этот процесс переосмысления собственных творческих принципов в 1887 году нашел конкретное выражение в полотне «Большие купальщицы». На этой картине четкими линиями очерчен изгиб тела купающихся девушек на фоне пейзажа, лишенного свежести, воздушности и лучезарности природы, написанной с натуры. Выставленная в галерее Жоржа Пети под названием «Купальщицы. Опыт декоративной живописи» полотно это вызвало противоречивые суждения даже среди друзей Ренуара. Гюйсманс, Острюк и Писсаро отнеслись к нему критически. А Ван Гога и публику оно привело в восхищение. К этому же периоду относятся три больших панно, посвященных танцу. Танец в городе, танец в деревне и танец в Бужевале, для которых позировали известная натурщица и художница Сюзан Валадон и Алин Шаригу. И зонтики – типичное произведение переходного момента, отразившее мучительные поиски и сомнения художника. Тогда же, венгровский, как определил его сам Ренуар, период, написана картина «Дети в Аржемоне», «Полдень», самый важный заказ, полученный от банкира и дипломата Поля Берара. Особого внимания заслуживает материнство, написанное в 1886 году в Эсуа, кормящую грудью их первенца Пьера. Простота и нежность образа заставляют забыть о несколько излишней грузности фигуры Алин. Алин прекрасно понимала, что ей далеко до элиты парижского художественного мира, но тем не менее она заняла важное место в жизни Ренуара. Даже Дега, относившийся к женщинам без всякого снисхождения, встретив ее однажды на открытии выставки у Дюран-Рюэля, высоко оценил простоту ее туалета, выделявшегося на фоне крикливых платьев прочих дам. Подойдя к Ренуару, он прошептал: «Ваша жена выглядит королевой, посетившей труппу бродячих артистов». Алин не только подарила ему умиротворение и гармонию тихой семейной жизни, но и избавила от материальных забот, создав все условия для спокойного занятия живописью. Когда не удалось осуществить замысел создания ассоциации независимых художников, общества и регуляристов, замысел, основанный на убеждении, что все виды искусства, скульптура, живопись, архитектура и декоративно-прикладное искусство неразрывно связаны друг с другом, Ренуар снова отправился в путешествие. В 1898 году он приехал на юг Франции, чтобы писать там вместе с Сезанном. Под воздействием ярких лучей средиземноморского солнца линия в живописи Ренуара постепенно становилась менее четкой. Мазок приобретал былую живость и мягкость, а гамма красок все больше приближалась к типично импрессионистскому колориту. В результате острой невралгии половина тела художника оказалась парализованной, и ему пришлось подвергнуться болезненному лечению электрошоком.
Еще одно долгое путешествие привело его вместе с коллекционером Полем Галимаром в Испанию, где он любовался полотнами Веласкеса и Гои в Прадо. А когда он вновь открыл для себя Каро, которым восхищался и которого изучал в юности, это помогло ему решить проблемы пейзажной живописи и сделать цветовую гамму мягче и нежнее. Теперь ему было жаль времени, потраченного в четырех стенах мастерской, и все больше тянуло к Средиземному морю, к солнцу, свету и мягкому климату юга. Единственному, что могло облегчить боли, вызванные артритом, продолжавшим мучить его до конца жизни. А между тем редели ряды самых близких друзей, боровшихся вместе с ним за утверждение своих идей. В 1894 году умер Гюстав Кайбот, оставив свою коллекцию импрессионистской живописи государству, причем душеприказчиком был назначен Ренуар. Обязанность эта заставила его немало потрудиться, чтобы картины были куплены государством. В результате коллекция была частично расположена в Люксембургском музее. Смерть Берты Маризо в 1895 году была большой потерей для Ренуара. С недоверием, относившегося ко всем артистическим и литературным собраниям, за исключением салона Маризо, где всегда можно было встретить очень милых и приятных людей. Через несколько лет после Маризо скончался Альфред Сисли, но боль от этих утрат была частично компенсирована рождением 15 сентября 1894 года сына Жана, ставшего впоследствии знаменитым режиссером. Чтобы помочь Алин перед родами, из Эссуа приехала ее молоденькая кузина Габриэль и надолго поселилась в доме Ренуара, взяв на себя заботу о детях. Эта девушка, чья кожа, по словам Ренуара, удерживала свет, стала любимой моделью художника, и он часто писал ее зрелые годы. В 1901 году родился третий сын Клод по прозвищу Коко. Между тем болезненные приступы артрита случались все чаще и начали приводить к деформации рук. Даже вручение ордена Почетного легиона в 1900 году не могло отвлечь его от страданий, вызванных болезнью. К тому же, принимая награду, он испытывал некоторое замешательство от участия в официозе, который раньше отвергал. Впрочем, окончательное признание со стороны публики и критики пришло только в 1904 году, когда в рамках осеннего салона была организована большая ретроспективная выставка всех его произведений.
Всеобщий восторг и воодушевление были так сильны, что заставили его забыть, насколько безрезультатным оказался летний курс лечения Бурбон-ле-Бен. Вообще, единственное, что поддерживало его все эти годы, пока он худел и страдал все сильнее, была его жажда писать, породившая серию больших полотен с обнаженной натурой, форма, которую он считал неотъемлемой частью искусства, и портреты, ознаменовавшие решительный поворот назад к импрессионистской технике. Его быстрый и легкий мазок великолепно передавал нежность и мягкость кожи, чему способствовал выбор блестящих красок и массивных форм, навеянных творчеством Рубенса, Тициана, Фрагонара. Тем временем на аукционе, где продавалась коллекция Шарпантье, портрет госпожи Шарпантье с детьми получил невообразимую оценку – 84 тысячи франков. Ренуар смог наконец купить большой дом, окруженный оливковой рощей в Кане, на лазурном берегу, откуда открывался вид на море до самого Антибского мыса и Эстереля. Он надеялся, что это пойдет на пользу его все ухудшающемуся здоровью. Будучи прикован к креслу на колесах, он заказал себе передвижной мольберт, позволявший подобраться к холсту. Пальцы уже не действовали, и только благодаря заботам жены и верной Габриэль, бинтовавших ему руки и привязывавших кисть между большим и указательным пальцами, он еще мог писать. Лечение ни к чему не привело, и хотя ему удавалось ценой больших усилий сделать несколько шагов, он предпочитал беречь силы, чтобы продолжать писать. Несмотря на физическую немощь, его живой интеллект и жажда жизни оставались прежними. Он даже занялся ваянием и создал около 15 скульптур и несколько медальонов Делакруа, Энгра, Коро и Сезана. Начало Первой мировой войны стало для него тяжелым испытанием. Сыновья Пьер и Жан были ранены на фронте. За ними ухаживала их мать Алин. Однако 28 июня 1915 года, сломленная напряжением и усталостью, больная диабетом, она умерла в больнице города Ниццы. Ренуар ненамного пережил ее. Все больше страдая телом и душой, он, как всегда, находил единственное утешение в живописи, по-прежнему бывшей смыслом его существования. За несколько часов до смерти он попросил у сиделки коробку с кистями. Написав несколько анемонов, он в изнеможении откинулся на подушки, счастливый от того, что узнал что-то новое. Он умер в ночь на 3 декабря 1919 года.